милые моему сердцу женщины. Те женщины, которые меня смотрят на канале, участвуют в моих социальных проектах и в группах, и в марафонах. Я вас поздравляю. Поздравляю с этим весенним праздником, который когда-то давно отвоевала у мужчин Роза Люксембург. Ведь действительно мужчины со своим шовинизмом тысячелетия притесняли женщин. Но они не могут жить без женщин, потому что вот я, как психолог, понимаю, женщина без мужчины трудно, но проживет. А мужчина и не совершит никаких геройских поступков. Да и ради женщины, это в основном мужчины, и совершают полеты в космос, берут города, да даже вступают в перепалки. Поэтому, милые мои женщины, я всегда считал, да и это точно знаю, это медицинский факт, что женщины сделаны лучше. И я сравниваю здесь мужчин и женщин с какими-то музыкальными инструментами. Посмотрите, я выложу вам эти сравнения. И я знаю, что женщина – это многоголосый, эмоциональный музыкальный инструмент. Этот многоголосый музыкальный инструмент арфа женщина привносит в мужскую жизнь аромат вот наслаждения этой жизнью. Вот это музыкальное сопровождение мужчины вдохновляет его. Поэтому, милые женщины, я хотел бы вас поздравить за то, что вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и на многие свершения. Действительно, мужчина без женщины не сможет прожить. Поэтому давайте жить вместе, как говорил кот Леопольд, дружно. А точнее, мужчины, сейчас я обращаюсь к вам. Берегите наших женщин, ведь это украшение нашей жизни. Я всегда восхищаюсь и их добротой, и их эмоциональностью, некими ихними капризами. Ведь женщина как ветер в мае, и это хорошо. С весенним вас праздником, милые мои женщины. Я вот здесь много наговорил, но я все-таки люблю вас. И вы всегда, всегда вдохновляете меня вот на эти свершения, которые я сейчас и выкладываю перед вами. Мои милые женщины, радости вам, любви, почитания от детей, любовь, страсть и забота от ваших мужчин. Я вас люблю. С праздником вас, дорогие мои женщины.